В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса проводится опрос жителей региона. Его цель – определить наиболее удобный для северян способ оплаты за отопление. Выбрать один из двух ответов можно на интернет-портале «Наш Север». Первый вариант – оставить все как есть, то есть равномерно платить за тепло в течение 12 месяцев, но держать в уме ежегодную корректировку. Второй вариант – это платежи только в период отопительного сезона за фактическое потребление ресурса. Соответственно, в холодные месяцы сумма к оплате в квитанции будет больше, а в теплые месяцы – минимальной. Какой вариант выбирают жители Кировска и Апатитов? На улицах городов корреспонденты Народного провели свой опрос. Вам удобнее по факту? Да, 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 да. Сколько использовал, столько и заплатил. Ну, наверное, каждый месяц. Я думаю, так. Ну, тут уже как-то, я не знаю, какая корректировка-то будет. Вот у меня в этом году так вообще ее не было. Как вот платили, так останьте. Потому что если не будем платить летом, так будет, по-моему, будет тоже много. Лучше по факту. Так проще планировать свой бюджет. Корректировки нам не надо, лучше платить по факту. А мне вообще, в принципе, все равно. Вот можно так же оставить, как есть. Лучше по факту. Без корректировок. Когда присылают корректировки, мы не знаем, что, как они их рассчитали. У кого 5 тысяч, у кого 20 тысяч. Я думаю, что по факту лучше. По факту. Это самый лучший вариант. Потому что уезжаешь в отпуск, нежелательно за отопление в это время уже не платить, не морочить голову. Это основная нагрузка идет в это время. И вообще, непонятно, что мы платим за этот самый, за отопление. Тем временем в опросе, который проводится на портале «Наш Север», за несколько дней приняли участие уже около 3500 человек. Накануне на оперативном совещании в правительстве Андрей Чибис озвучил первые результаты голосования. Большинство северян выбирают вариант с оплатой месяц в месяц за фактическое потребление. Опрос продлится до конца месяца.